Появиться на свет в день покровителей христианского брака Петра и Февронии – добрый знак, посланный свыше. Именно в день семьи, любви и верности активисты подмосковного отделения Общероссийского народного фронта и столь же авторитетной общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» провели акцию «Здравствуй, малыш». Вместе с поздравлениями общественники передали мамочкам то, что нужно малышам в первые дни жизни. Подарки принимал главный врач Андрей Пастернак. В центре действует строгий санитарный режим. В рамках проведения акции «Мы вместе. Время рожать. Здравствуй, малыш!» мы передаем вам 120 чепчиков и 90 пеленок для ваших нужд вашего перинатального центра. Поздравляем вас. Всего самого наилучшего. Спасибо большое. 8 июля на момент вручения подарков в перинатальном центре на свет появились 18 малышей. Их число будет больше, говорят специалисты, ведь день еще не закончился. Очень приятно, особенно в такой день, получить помощь и поддержку нашим мамочкам. За сегодняшние сутки у нас на свет родилось уже 18 деток, и сейчас находится 10 пациенток в родах. И все мамы в этот день обретут счастье материнства. 2 года назад в Щелковском перинатальном центре открылась молельная комната. Сюда приходят мамочки после того, как пережили самое счастливое событие в своей жизни – рождение ребенка. Здесь они молятся о здравии и о том, как дальше будет строиться их жизнь – жизнь с ребенком. Образ наших святых муромских чудотворцев, благоверных князей Петра и Февронии, церковь нам дает как тот идеальный образец супружества, образец взаимной преданности, которую святые пронесли всю свою жизнь, несмотря на невзгоды. Твердая вера и чистая любовь – основа крепкой семьи. Именно в таких семьях рождаются счастливые дети. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.